На состоявшемся в администрации города организационном комитете под председательством мэра города Игоря Сорокина обсуждались вопросы подготовки к проведению праздника Дня города и Дня шахтера. На повестку дня были вынесены вопросы о выборе даты и места проведения различных мероприятий в рамках празднования Дня города. Также вопросы благоустройства территории к празднику и обустройству новых парковочных мест. Всегда надо жить в чистоте, ну а праздник тем более. Как любое, готовясь к празднику в каждом доме, в каждой семье, он в любом случае наводит порядок, да, более, скажем так, в усиленном таком режиме. Точно так же и мы должны поработать в усиленном режиме. У нас есть время, вот июль месяц, август месяц, с тем, чтобы планомерно подготовиться и провести достойно праздник нашего любимого города. На совещании также решался вопрос об установлении ставшего уже традиционным в нашей области Дня трезвости в праздничные дни. Предлагаю здесь вот 30 число не ограничивать это центром города, полностью весь город. Для этого мы там подготовим постановление и полностью необходимо... Ну, чтобы в этот день алкоголь у нас не продавался. В ходе совещания решались вопросы охраны общественного порядка. В этом будут задействованы все силы правопорядка. Также будут привлечены дополнительные резервы. В заключение были утверждены все озвученные вопросы и назначены даты дополнительных совещаний.